Мир всем, дорогие. В январе несколько семечек посадила я. Ведро у меня с землей было. Ну и, в общем, там укроп посадила. Укроп уже вырос, мы его съели. И посеяла несколько семечек помидор. Вот из них 3 штуки выросли. И уже довольно большие стали. И свекровь посоветовала мне укоренить, в общем, их обрезать. Большие ветки главные. Сейчас хочу вам показать, что получилось. Недели полторы назад я отломила верхушки у этих помидор. И уже вот такие вот у нас корни выросли. Самый большой цветочек надо тоже оборвать. Вот что-то не пойму, оборвала я его или нет уже. Вот. Ну, эти семена были посеяны экспериментальные. Это не крупные помидоры, мелкие, просто чтобы вот потом быстрее начать салатики делать со своими помидорами. Сейчас, в общем, посажу я эти отростки, уже готовые, с такими хорошими корнями, новые горшочки. В свою очередь, которые растения я отрезала, тут они подсохли и уже пасынки выросли. И, в принципе, вот этих 2 пасынков будет достаточно. Вот все, что там дальше будет вылазить, вот это надо аккуратненько будет убрать тоже. Здесь вот 1 большой пасынок и новый маленький. Вот их тоже 2 ставлю. Ну, а это, собственно, помидоры, которые по сроку посеяны. В общем, в начале марта. Они вот взошли. Маленько растут, еще не все взошли, но зайдут помаленьку сегодня. Рассадила по горшочкам. Вот из 3 помидор мы получили 6.